Приготовься. Немногие смогут выстоять против неукротимого голоса седобородых. Но ты сможешь. Лика просится в труду. Смир, Довасебром, Даман дар рок. Давакин, вся сила голоса седобородых обрушилась на тебя, но не сгубила. Высокий Хродгар открыт. Да хранит тебя небо. Мы произнесли традиционное приветствие драконорожденному, принятому под наше покровительство. Теми же словами мы приветствовали юного Талоса, когда он пришел на высокий Хродгар. Впоследствии он стал императором Тайбером Септимом. А, иногда я забываю, что ты не владеешь драконьим языком, как мы. Вот грубый перевод. Долгие лета тосковала корона бурь по челу, достойному носить ее. Своим дыханием мы ныне даем ее тебе, исполняя веление Кин, веление Шора и веление предков с Атморы. Ныне ты и Смир, дракон Севера. Внимай нам. Нет сомнений, появление дракона рожденного Довакина в этот час не случайно. Очевидно, твоя судьба связана с возвращением драконов. Тебе нужно сосредоточиться на совершенствовании своего голоса, и вскоре твой путь станет ясен. Воистину, мы знаем, не дай легкости, с которой тебе дался голос, разбудить в себе гордыню. Она стала погибелью многих прежних драконорожденных. Пятеро. Наш вождь Партурнакс живет в одиночестве на вершине глотки мира. Когда твой голос сможет открыть путь, знай, что настало время для разговора с ним. Как я сказал, ты узнаешь, что пришла пора, когда твой голос сможет открыть путь к нему. Да направляет тебя ветер.
Надо двигаться быстро. Солнце не очень-то полезно для моей кожи. Но надеюсь, ты понимаешь.